Хорошие новости для бобруйских автомобилистов. Дорожно-строительное управление приступило к ремонту интернациональной. Асфальтобетон здесь положат на основе модифицированного битума и целлюлозы. Именно эти ингредиенты придадут покрытию пластичность и устойчивость к внешним воздействиям. Сейчас специалисты ДСУ-16 ведут подготовительные работы, фрезеруют дорогу. После начнут укладывать асфальт. Окончание ремонта здесь зависит от погодных условий. Однако на данный момент в планах завершить к маю. Программа большая по ремонту улиц города Бобруйска. Значит, мы улицу Минская работаем над ней сейчас от Октябрьской улицы и до проспекта Георгиевского. Дальше у нас участок от Георгиевского до Орджоникидзе улицы, еще Минская. Потом вот 50 лет ВЛКСМ. В этом сезоне также заменят асфальт на участке от проспекта Георгиевского до Орджоникидзе. В планах и проспект Строителей от Шинной до Сикорского. Все это список на ближайшие месяцы. Минскую улицу видели, что отремонтировали. И как вам теперешнее покрытие? Ну, конечно, положительно, хорошо. Когда идет ремонт, восстановление, это всегда приятно. Чистый город, хорошие дороги. Это радует, что движение идет, что намного приятнее, комфортнее стало передвигаться по городу. Напомним, в прошлом году уже начался поэтапный ремонт главной магистрали города. Сейчас завершается реконструкция участка от Октябрьской до Орджоникидзе. Плюс дорожники взялись за 50 лет ВЛКСМ. На промежутке от Ланькова до Рокоссовского уже укладывают новый асфальт. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.